Привет всем! Я гуляю на стадионе, на школьном. У нас тает снег, хотя не весна, а с декабря месяц. Туман плюс 10. Сегодня с вами хотела поговорить про кино. И кое-кино вы предпочитаете в это время суток. Ой, в это время года. Я, например, перед Новым годом, перед Рождеством всегда любила сидеть кино вечера на хуторе близ Диканьки, например. Ой, вообще это суперское кино. Во все времена и народы. Еще мечтаю, чтобы этот фильм сняли на украинском языке. Было верно, приятно почути украинскую мову. А еще такое кино, как «Три орешки для Попелушки», «Три орешки для Золушки». Это чехословацкое кино. Снято в начале 70-х, снято, как говорится, на натуральном, на улице, короче, или на сцене, не в павильоне. Артисты такие молодые, Золушка вообще там молоденькая такая девочка, не то что, ну, бывают такие Золушки, им уже на пенсии, они все... Золушек и Джульетт играют, запудрят их. Точно как в этом старом фильме «Золушка», который снят еще был до войны. Эта Золушка, видно, что уже не молодая, с морщинами. Но я понимаю, там на оперной сцене трудно принцессу 18-летней, потому что голос надо ставить, всю академию закончить, консерваторию. Ну а кино... Там, наверное, легче. У человека должен быть дар. Так вот, «Три орешки для Золушки» — это кино. С великолепной музыкой, с великолепными актерами. Карел Гот — это чехословацкий певец. Тенор. Они его называли соловьем своим. Музыка шикарная. Съемки на натуре тоже очень хорошие. Сказка про 12 месяцев тоже осталась. Оставляет хорошие такие в душе впечатления. Да много таких фильмов. «Моя мама невеста» — это современный уже фильм. 2000, по-моему, снятый в 90-х. «Один дома». Такие маленькие там хлопчики. Ну, по-американски, конечно, он смагается со злом, но нам полюбившиеся такие добрый хлопчик. Интересно, наряжать в этом году елка или нет? Совсем что-то тяжко на душе. Пойду на тротуар. Вы видите, эта теплотрасса идет. Там вообще весь снег растаял. Улицу греют теплотрассами. Видите? Ой, как хорошо по ровному. Не по снегу. Вышла на тротуар. Не так тяжко. По мокрому снегу тяжко идти. Уже 9 часов, тишина такая.
скоро ноги будут мокрые. Треба идти перебываться. А через 3 дня опять мороз. О как. Готовим 20 грамм дрожжей, 250 миллилитров воды, соль и сахар по 1 чайной ложке, 150 грамм муки ржаной, частями вмешиваем. Это будет закваска, она у нас будет стоять всю ночь. Такое тесто должно получиться. Это тесто закваска. И оно у меня будет стоять до ночи, до утра. Там время сколько? 11 часов, может 10, может 12. Может у вас больше пойдет муки, может меньше. Мука вам понадобится такая обдирная, ржаная обдирная. Все, наша опара или закваска, как это назвать, постояла ночь. Вот она такая пористая, красивая стала. Я хочу немножко ее оставить, поставить в холодильник на будущее. Подкормлю. Будут у меня еще кислые блины, уже без дрожжей. Ну, больше дрожжей сюда добавлять не буду. Ну, где-то 1/3 часть я поставлю в холодильник. В эту опару я добавляю картошку тертую, где-то 1 кг. Не взвешивала, но где-то, может, 1 кг. Как на дранике картошка. Можно подсолить немножко. Где-то 1 чайную ложку соли добавлю. Здесь не только картошка, и 1 луковица. Все перемешиваем и оставляем на 2-3 часа. Будем смотреть. Оно должно все посветлеть. Вот так увеличилось у меня тесто почти. Сейчас буду жарить. Все на горячую сковородку и уменьшаем огонь. Жарим долго, потому что это картошка. Вот такие у меня блины и получились.